Я хочу, чтобы вы заниматься со мной русским. Да, я поняла. Я тогда келек анентат, что потом, что ев, чтобы шах капнера, а поди тек ты санюта меча верч. Что шах капнок, та горцем их бард на ходостян меч, ер петке поханцем тегекуцюн, паст, кам артахайтен карцик. Оринак, он сказал, что немного опоздает. Кам, я думаю, что это хорошая идея. Что шах капице то бая каруга октагорцвель цанка цель жамана кадзево. Иск что бы шах капа октагорцвель кань жамана кир арачин хертин петки хосенк на патаки массин. Оринак, я купила овощи, чтобы приготовить салат. Уша дритюнек дарцвен баи жамана кадзевин. Ете ерку горцогутюнера катарме нуин анза, нуин субъекта, а па что бы шах капице то петки тогэнк анарож дер бай, инфинитива. Оринак, я купила овощи, чтобы приготовить салат, ев банджарэгэн гнога, ев ахцан саркога, нуин анзне. Իսկ եթե նախադասության երկու գործողությունները կատարվեն տարբեր անձինք, տարբեր սուբյեկտներ, ապա շտոբը շախկապից հետո բայը պետք է դնել անցյալ ժամանակով։ Օրինակ, «Я купила овощи, чтобы ты приготовила салат»։ Թեև բայը դնում ենք անցյալ ժամանակով, գործողությունը դեռ կատարված չէ։ Շտոբը շախկապը օգտագործում ենք նաև այն ժամանակ, երբ պետք է արտահայտենք խնդրանք, ցանկություն կամ պահանջ։ Օրինակ, «Я хочу, чтобы ты приготовила салат»։ Լինում են դեպքեր, երբ նույն նախադասության մեջ երկու շաղկապն են կարելի օգտագործել, ուղղակի իմաստները կլինեն տարբեր։ Օրինակ, Արմեն сказал, что Աննա написала письмо, запасте, որը կատարվել է անցյալում։ Իսկ Արմեն сказал, чтобы Աննա написала письмо, այս գործողությունը դեռ կատարված չէ։ Այսքանը։